если сказать не юридическим. Если юридическим, то прекращено производство по делу. Как скажете? Как вам удобно? Нет, не надо. Все готово. Да. А скажите, в чем была суть дела, какое решение суда? Это лайф, помойка. Максима Покровского обвиняли в совершении административного правонарушения по исполнительной части 1 статьи 20. Да, это тоже оттуда, из помойки. Из коту, откуда? На пост, опубликованный ВКонтакте в марте 2022 года. Из какого издания? В этом посте сотрудники полиции усмотрели признаки дискредитации власти Российской Федерации. Тоже, наверное, из помойки, с другой. В том, что действия Покровского отсутствуют состав административного правонарушения, поскольку никакие органы власти государственные в его публикации не упоминались, и в этой связи дискредитировать их было невозможно. Ну и кроме того, мы просили о прекращении производства по делу административного правонарушения в связи с течением срока давности привлечения к ответственности, который составляет 3 месяца с момента выявления этого административного правонарушения. Правонарушение было выявлено в 2022 году сотрудниками полиции, в связи с чем суд, согласившись с этим доводом защиты, прекратил дело об административном правонарушении. То есть фактически вина не установлена, наказания никакого не будет. Следовательно, по сути, это то решение, которое нас устраивает. Что сам Максим говорил по поводу вот этого административного дела? Кому говорил? Ну, вам, вы же с ним как-то общались. Это тайна вообще-то. Информация, которую адвокат получает от доверителя, составляет адвокатскую тайну, поэтому я не могу эту информацию вам сообщить. Вы можете представиться, пожалуйста? Да, адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга Александр Передруг. Спасибо. Можете повторить, пожалуйста, за какие посты, за какие будут высказывания? Пост был опубликован в марте 2022 года. Угу. Он касался, да, якобы в нем была усмотрена дискредитация власти Российской Федерации. Ну, с чем мы, безусловно, не согласны. Спасибо. Так, откуда вы, из какого издания? А я не должна вам отвечать. А, конечно, не должен. Значит, вы из помойки. И вы. Вот это лайф, это помойка. Вот смотрите. Вот это помойка.